Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня будет открытие хэллоуинских чарм стикерпаков. Я вас прошу только одно, прямо с начала данного ролика поставьте огромный лайк, подпишитесь на канал Кента ПК, ну а мы начинаем. Я скажу так, это очень-очень дорого, поэтому пока что всего лишь 10 штук. Но потом, если вы наберете 10 лайков, а я знаю, что вы сможете, то тогда я открою 50 штук. Хочу порекомендовать вам топовый проект GG Standoff. Тут есть большое обилие кейсов, низкие цены и хороший дроп. Помимо кейсов, тут есть крафты и апгрейды. Очень скоро также тут выйдет обновление, только я вам этого не говорил. Тут есть бесплатный барабан бонусов, а по моему промкоду вы получаете еще один такой же самый барабан бонусов бесплатно. Например, я совершенно бесплатно получил P350 Forest Spirit. При пополнении вводи мой промокод и получай 40% обратно к пополнению. Также у них проходит конкурс на голду. Все нужные ссылочки ты найдешь в описании. GG Standoff — мой выбор. А если вы наберете мало ли каким-то чудом 20 тысяч лайков, то тогда я открою 100 хэллоуинских чарм стикерпаков. Ну что же, друзья, товарищи, я думаю, что можно начинать. Я очень сильно надеюсь, что мне выпадет какая-то аркана, ну по типу вот этого, типа чарм спайдер или, возможно, чарм рипер. Очень сильно хочу. Ну что же, ребята, 3, 2, 1, давайте задержим дыхание и надеюсь, мне выпадет... Легендарка! Легендарка! О, слушайте, ну неплохо, кстати, прикольненько, блин, вот я вот этот скин однозначно повешу куда-то на аркану, ну, например, на какой-то Трэшер Хантер. Так, ребята, продолжаем дальше открывать наши чарм стикерпаки. Как по мне, это очень круто, и самое-самое главное, что мы очень долго их ждали. Ну что же, ребята, открываем следующий хэллоуинский чарм стикерпак. 3, 2, 1... Поехали! Давай, давай, аркана, 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 ну хотя бы пролети аркана. О, эпик, эпик, стой, стой! Да ты что, вот этот крутой эпик! Ничего себе, ребят, посмотрите, как он дрожит! Это какая-то пасхалочка от разраба, посмотрите, как он дрожит, я ничего не делаю. Ничего себе, он трясется вверх-вниз, вверх-вниз, алло, алло, что с тобой, братан? Ничего себе, вот тогда, вот тогда. Кстати, ребят, ну как по мне, по поводу цены, 500 голды это перебор. Капец, как дорого, это считаете... Сколько? Это 5000 рублей, что ли? Я потратил только что. Ну, ничего, ребят, ничего страшного. Открываем дальше. Будем надеяться, то, что мне выпадет хотя бы одна аркана. Просто вы понимаете, что если мне подать вот эта аркана, она будет стоить минимум, ну, тысяч 50 голды. Это как минимум. А то и дороже. Поэтому, ребята, будем верить в лучшее. Держим кулачки и надеемся, мне выпадет... Ой, аркана пролетела. Первый раз пролетел аркану. О, легендарка! Да ты что? Посмотрите, какой свет, посмотрите, какое свечение, оно светится, реально, посмотрите. Вау, очень круто. Блин, ребят, слушайте, я даже не думал, что мне так сильно повезет, буквально с третьего чарм стикерпака. Да ты что, зашибись. Ребята, сегодня просто мой день. Так, ну что ж, продолжаем дальше открывать. Надеемся, что вашему дяде Кенту очень сильно повезет. Давайте, давайте, у нас осталось еще 7 штук. Давайте, давайте как, с закрытыми глазами. Была, не была. Вот я не знаю, что там пролетит. Если пролетит аркана, то напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. А, кстати, давайте попробуем сделать буст. Вот я никогда не пробовал. Раз буст на аркану, два буст на чарм рипер скит. Как я понял, это серп, да? Кстати, очень крутой брелок. Ну, прям очень. Вау, какой сасный, как классная анимация. Не, я был бы не против. И давайте сделаем вот тут буст. Так, 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 давай, давай, выпадай, выпадай, выпадай. А вот эта летучая мышь. Честно говоря, все скины очень красивые, и я хочу просто каждый. Так, я закрываю глаза. Если мне пролетает какая-то аркана, то вы, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Надеюсь, мне выпадет хоть что-то хорошее, ребята. Так, 3, 2, 1. Блин, ну, бывает и такое. Ну, не всегда же, чтобы мне выпадали легендарки. Мне и так кажется, что эта легендарка стоит, будет стоить 1005 голды. Ну, посмотрите, какая она классная. Я думаю, она будет стоить 1005 голды, как минимум. Очень крутая легендарочка и очень-очень классная. Так, ну что же, ребята, не расслабляем булочки. Открываем дальше наши чарм-стикер-паки. Так, 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 листаем в самый-самый низ. И вот они, наши красавицы, наши стикер-паки. Ребят, я отвечаю, паук будет стоить очень-очень дорого. Давайте, пожалуйста, сделаем буст на паука. Пожалуйста, паук. Сделай нас счастливыми. Кстати, да, ребятки, если вы все наберете много лайков и напишите много хороших комментариев вместе с вашими ID, то я выберу одного человека и я его прокачаю чарм стикерпаками. Просто все, что надо сделать, поставить лайк, подписаться на мой канал и написать в комментариях свой ID. И самое главное, посмотреть это видео без примоток, когда я прокачаю именно тебя. Ну что же, ребята, поехали. Открываем, открываем. Опа-па-па-па, опа, легендарище. Ох, 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 вы видели, 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 вы это видели. Возле нас пролетел пабук, ребята. Вот тогда.
это, кажись, нам очень сильно наваливает. Вот этот паучок пролетел мимо нас, я его только что видел впервые. Знаете, есть техника легкой руки, сейчас будет техника тяжелой руки! Давай, 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 давай. Ребят, возможно, подумали, что я сумасшедший. Ну да, это правда. Так, 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 аркана пролетела, аркана, аркана. Блин, мы были так близко, ребята, ребята, мы были так близко, но я ж потратил целых 5000 голды, вы просто представляете, это считаете, я мог открыть 50 обычных кейсов, 5000 голды потратил, у нас остается ровно 4 штуки, ребят, мы не расстраиваемся и мы не сдаемся, мы верим только в лучшее. Ну что же, друзья, товарищи, надеюсь, вы готовы, мы начинаем, 3, 2, 1, поехали. Давай, 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 аркана! Эпик. Ну, хотя бы эпик. Это уже хорошо. То есть, это уже не какая-то там легендарочка, не какая-то там рарочка. Это уже эпик, это очень хорошо. Ребята, у меня чуйка, что сегодня нам с вами повезет. Вот я реально чувствую, что сегодня нам жестко навалит. Давайте, поехали. Еще осталось 3 хэллоуинских чарм стикерпака. Полетели. Слушайте, ребят, я скажу вам так, что открывать эти скирпаки это очень затратно. Но чего не сделаешь ради контента. Я ютубер, и это моя работа. Поехали. Абракадабра, абракадабра. Я сказал аркана выпадабра. Так, ребят, ну вы уже имеете суть. Мне уже вот этот уже чиби крунч уже третий раз выпадает. Ну, кстати, посмотрите, он довольно красивый, да? Такой какой-то мини-зомби или что, да? Какой-то зомбарь. Ребят, слушайте, прикольно, прикольно, прикольно. Однозначно заслужит вашего лайка. Так, ничего себе, у меня уже целая коллекция этих брелков. Ну, ребят, открываем дальше. Так, ну что же, надеюсь, нам повезет, потому что осталось буквально 2 хэллоуинских чарм стикерпака. Я очень хочу, или хотя бы еще какую-то легендарку, или аркану. Ну, прям капец, как сильно хочу. Меня радует только то, что уже хотя бы одна легендарочка выпала. Так, ребят, давайте. 3, 2, 1. Приманиваем, 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 приманиваем арканы. Ой, стоп, стоп, стоп. Ай-яй-яй-яй-яй, и посмотрите, и слева, и справа были одни легендарочки. Так, ну что же, ребятки, продолжаем. Что же у нас остается? А у нас остается еще один хэллоуинский чарм стикерпак. Так, ребята, просто посмотрите на этого паучка. Паучок, пожалуйста, не подведи, это будет история. Если ты сейчас выпадешь, это будет история. Давай, я в тебя верю, я в тебя верю. Ну что же, ребята, полетели. Давайте, 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 ну-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 ну, да-да-да-да-да, легендарка! Метеор, ай-яй-яй. Так, ребят, давайте посмотрим, что же нам выпало и сколько у меня всего есть брелков. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Вот она, та самая легендарка. Ну, ребят, слушайте, классно, классно. Я вот прям сейчас, прям при вас просто возьму ее и применю на мой АВМ Спорт В2. Ну, слушайте, ну, как по мне, прикольненько, ребят, посмотрите. Довольно-таки стильно, довольно-таки прикольно, довольно-таки круто, поэтому... А я просто беру и сходу применяю на мой АВМ Спорт В2. Ну, а почему бы и нет? Ну что же, ребята, в принципе, на этом все. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кент, пока. Всем удачи, всем пока.